Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. В этом ролике я буду играть роль доброго механика, то есть за ремонт либо за заправку автомобиля я буду давать 50 тысяч. На все это у меня есть 3 миллиона, поэтому сегодня мы будем радовать игроков, будем чинить их автомобили, заправлять, и за это они будут зарабатывать, понимаете? Не я буду зарабатывать, а игроки будут зарабатывать, которые будут поддержать именно ко мне. Я считаю, то, что идея довольно-таки интересная, и будет интересно посмотреть реакцию новичков, либо там нормальных игроков, которые уже долго играют. Я думаю, такого еще никто не делал, поэтому за это можно поставить лайк и подписаться на канал. Ну и конечно же не забывайте про мой промокод. Пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет скачать уровень. Мой промокод можно вводить на любом серваке. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну что ж, первым делом нам конечно же нужно взять деньги. Итак, снимаем короче 3 миллиона, как бы все, у нас есть 3 миллиона, это наши деньги, которые мы будем давать игрокам за то, что они у нас будут ремонтироваться. Но для начала, я думаю, можно еще заехать купить маску, чтобы на меня не так сильно обращали внимание. Ладно, вот такой вот бомжик, знаете, такой обычный пацанчик будет. Так, я машину получается арендовал, взял деньги, переоделся, все хорошо. Сейчас поедем на заправку и возьмем короче топливо, заключить контракт с АЗС. Все, у меня теперь есть топливо. Ебать я долбоеб, сука. Бля, только я так мог просто. Только я так мог сделать, блядь. Ебаный в рот. Так, 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 молодой человек. Так, будем за 1000 чинить по минималочке чисто. И давайте ему еще сверху так 50 тысяч. О май гад. Короче, пацанчик как бы и заправился, ебать. И подчинился, и бабулеты прилетели, ебать. Я думаю, он, в принципе, рад. Опача. Так, клиентик у меня нарисовался. Так, давайте тоже его починим. И чиним его, короче, за 1000. Нормально просто, ебать, ему просто повезло. Просто я по пути ехал, его увидел, как бы, и все. Нормально, нормально, о! Пошла жара, ебать. Так, поехали. Бля, я вот узнал, короче. Так, там пацанчика надо починить. Так, вот он здесь, ебать, молодой, красивый, ебать, стоит. Поломанный, ебаный в рот. Дядя, как так случилось? Так, давайте ему еще накинем бабосиков сверху. Братанчик, давай. Опа. Ой, блядь, не то, подожди. Стой, стой, блядь. 45 тысяч еще дам, братан. Вот так вот тебе еще сверху капусточки, ебать. Чуть-чуть перепутал, ебать. Дай денег, дай денег. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Чуть не въебался просто. Так, аккуратненько, ебать. Дайте, ебать. Бизнесмен едет, тихо. Дорогу бизнесмену, аккуратно, ебать. Бизнес-план едет, ебать. Ой, мой маленький стоит. Та ты шо, Валера, я тут. Конечно, братанчик, денег нет у него. На, братанчик, ебать, нехуй делать, ебать. Капуста тебе еще сверху, братан. Принимай, братанчик, я тебе там насыпал бабочков, чисто. Полный бочонок, ебать, заливаем ему. Нормально, 50 тысяч, бом уже хоп. Это нормально. Сейчас еду на рахту, короче. На 750 убэху. Она же тут лям 500 вроде бы в автосалоне стоит, братан, да? Да, да, да. Но лучше с рук покупай. Будет дешевле и с тюнингом уже. А за лям можно купить, типа, штоковую? Я не знаю. Я знаю, что Mercedes можно за лям купить в автосалоне. Насчет BMW не в курсе. А какой? А какой? Волчок, волчок. Либо лупатый. Там волк есть, либо лупатый. За лям, да, лупатый? Да. Всего лишь? Да, да, да. В натуре буду покупать, братан. Давай, удачки тебе, всего самого лучшего. Удачи тебе. Бля, мне прям, сука, нравится просто. Как бы и людям помахаешь, там, что-то подсказал, рассказал, попиздел, пообщался. Как бы починил, заправил, бабосики дал. Кайфово, пацаны, реально очень кайфово. Я прям, блядь, кайфу от этого ролика. Надеюсь, вам тоже понравится. Опачки, ебать, автобусик, да ты шо, дядя, блин. Ну как ты так, бродяга, ебаный в рот. Так, репайр, 133, косарик, опа. И еще 50 тысяч тебе, братанчик. Вот так вот, опа, залетает, ебать. Принимай, ебать, принимай, родной. Давай, полтосик. Ебать. Давай, братанчик, ебать, нажми эту кнопочку, ебать, забери бабки, нахуй. Давай, братин, ну давай, ну что ты ломаешься, как целочка, ну, братан, ну куда, не годится, ебать.
Все, удачи тебе, хорошего дня, хорошего настроения. Бля, я прям реально кайфую от этого ролика. Как бы да, я трачу деньги, но, блядь, мне так приятно просто людям и помогать, и бабки давать. Я прям кайфую просто. Что там, алыха, бензин закончился, че шо? Так, 111, давайте дадим 50 тысяч. Так, сверху чисто, я не знаю, она возьмет, конечно, или нет. О, взяла, 50 тысяч, ебать. Так, мне звонят, ебать, уже, понимаете, уже, ебать, вес имею, пацаны, уже все знают меня. Кирюха, ебать, Полканов, нахуй, красавчик, ебать. Все, Витька мне позвонил, говорит, братанчик, ебать, выручай, выручай, ну некому позвонить, понимаете, кроме меня. Говорит, братан, выручай просто, приезжай, без тебя тут никак, поэтому все, едем к Вите. Не, ну механика на самом деле прикольно работает, как бы ничего сложного, просто катаешься, помогаешь людям, зарабатываешь. Ну, в моем случае сегодня как бы я трачу деньги, я не зарабатываю. Опа, ебать, Витя, ебать, та ты шо, Витюха, ты ж Витя, блядь, ты шо, его не знаешь, ты шо. Не, Витя, конечно, при бабках, я все понимаю, ну, пацаны, условия есть условия. Я сказал, буду всем давать деньги. Я даю все деньги. Понятное дело то, что приятнее давать деньги именно новичкам, которые там работают, у которых в принципе ничего нету. Да, Витя как бы при бабках, скорее всего, потому что у него такая машина. Так, я отходил, короче. Можешь, пожалуйста, 12 миллионов дать? На тачку не хватает. Блять, 12 миллионов? Ты что, ебанутый? Ты что, ебать? Зачем так много тебе? Ты что? Я хочу на тачку. У тебя так тачка нормальная за 5 миллионов, братан. Иди заработай. Ты что, ходишь, ебать? 12 миллионов у механика просит, прикиньте. А это Полканов. Все, души, души. Че? Знаешь его? Полканчика. Федора? Не, Кирюша, Полканов. Нет, я ебу, что ли, это никого не знаю, похуй. Пацан, заправь. Да, он ехал. А чё, кто это? Я хуй знаю. Заправь ещё меня, пожалуйста. Заправь ещё. А чё, кто там? Чё ты он говоришь? Он цвет, это ютубер вроде. А, да мне похуй, ютуберы, блядь, пидорасы. Не, ну, блядь, чтобы я дал деньги, и меня еще пидорасом называли. Но это у меня первый раз такая, ебать, ситуация, понимаете? Ебать, он охуел, блядь! Ты охуел, блядь! Пидорас, блядь, ты куда побежал, нахуй? Я ради тебя тут, сука, ебашил, нахуй. У меня еще и заказ пиздили, ебать. Сейчас я ему, сука, скажу, нахуй. Где этот, блядь, полицейский, сука? Фуражка ебучая. А он еще и офнулся, сука. Понимаете, я ради него, ебать, ехал, и в итоге, блядь, зря, нахуй. Блядь, еще из машины выпал, ебаный в рот, сука. Блядь, еще и ломка, ну пиздец, комбо просто. Ебался гусь, сука, в жопу. Ебать, залетаю, нахуй, залетаю на всех парах. Я не знаю, ждал он меня или нет, ебать, но я приехал. Нихуя себе он наебашил, блядь, мне номер телефона свой или что? Ну, родной, ебать, ну что такое? Что такое, ебать, что сесть в машину не можешь? Вот я сел, ебать, видишь? Я ему ничего не помогу, у него, короче, баг произошел. Короче, в качестве утешительного приза я ему просто дам деньги. Все, тебе там, ебать, на бензин, ебать, на ремочку, там, туда-сюда. Поехали, сейчас клиент, ебать, ждет, ебать, давай. Давай, заводи, ебать, машинку, давай, полетел, полетел, родной. Давай, 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 так делать нельзя, если что. Ебать, работают профессионалы, пацаны, быстренько, летим, ебать, летим. Похуй на красный вообще, похую. Вылетаем, все, едем, едем, давай. Бля, как-то я мало денег раздал. Я уже видео снимаю где-то час, и я потратил только 700 тысяч, по сути. The time.
interview, yeah. Опачки, ебать. Так, репар. 50 кассов, ебать, тебе надо, ебать? Малыха, ебать. Спасибо большое. 50 тысяч, ебать. И мадам, ебать, такая, да ты шо, ебать? Такая молодая, красивая, ебать. Так, какой у него уровень? 247 иди. Так, 247, 7 уровень, ебать. Давайте накинем ей бабочков, ебать. Тем более девушка, ебать, почему бы и нет? Я думаю, нормальная тема, ебать. Барышня, ебать, чисто накинуть деньжат, ебать. Так, слегонца чисто, ну. От души, ебать, так сказать, потому что... Друга, я, конечно, очень признательна. Ну, с чего такая доброта? Так, акция такая сегодня. Опа, это у нас автобусик. Нихуя себе. Так, давайте посмотрим. Ну, это по-любому рыжик. Так, что его надо починить, заправить или что? Так, ну, пацаны, я уже последним людям буду реально бабки нормально накидывать, потому что, ну, я думал, то, что это будет все побыстрее. Ну, а так, как бы, ну... У меня денег еще много осталось, как бы я уже видео снимаю 1.5 часа. То есть я рассчитывал то, что как-то побольше будет людей. Так, давайте ему бабок накинем. Вот, 250 тысяч, я думаю, ему хватит, как бы. Опа, ебать, рыжик тоже, пацаны. Жека Бонд. Так, как-то надо встать, чтобы его не въебали. Так, вот как-то вот так вот встать. Давайте 1000 ему даем. И ебать, 250 тысяч просто сверху. На, братишка, просто держи, ебать. Просто держи, ебать. Радуйся, кайфуй, охуевай, как бы, и так далее. А как? А как? Шо, а как? А вот так вот, братанчик, ебать. А вот так вот, ебать. А, Кирюха, блядь, здорово. Так, все, я, ебать, встал, нахуй. Куда ты, ебать, приехал? Это моя точка, брат, все. Курочка встала, место пропало, ебать. Так, заказик, ебать, пришел. Миша Блудь. Не, ну, братан, ты просто, блядь, джекпот сорвал только что. Держи тебе, ебать, 50 тысяч. Держи еще 50 тысяч. И еще 50 тысяч. Все, я потратил просто все деньги. Это был последний человек, которому я как бы помог. Я не думал, то, что будет так сложно, как бы. Реально, я потратил на это 2 часа. Я не думал, то, что будет так сложно просто отдавать деньги. Я надеюсь, то, что вам это видео реально понравится. И я потратил свое время не зря.